Всем доброе шахрисабское утро. Жена сегодня попросила съездить в горный кишлак Гелон, чтобы купить травы. То есть ходят слухи, что есть очень мощный набор трав, который, ну, спасает от бессонницы. Поэтому с утра уже в пути. Годами все меняется, и даже дороги. Теперь, оказывается, в Гелон, ну вот именно летом, можно попасть даже на Некси. Мы едем с таксистом на Некси, на третий. Водителя зовут Фирус. Человек, который не боится медведей вообще. Были случаи, когда он из своего личного сада просто их выгонял обычной палкой. Наши любимые ишачки, маленькие. Представляете, в Шахрисабсе месяц назад уже закончился урюк. Здесь, в Гелоне, он еще есть. Жена, как чувствовала, отправила меня. И не успела я проехать 5 километров, она уже пишет: не забудь взять сыну урюк. Половина из этих машин сейчас едут в Хазрат-Султан, считается священное место, там раз в году, там, я не знаю, 2-3 недели есть возможность попасть туда,
потому что там все засыпает снегом, поэтому сейчас люди быстро туда едут. Паломники. Частая проблема, летят колеса у машин. Здесь вот, как говорит Фирус, на сезон хватает резины. Ну, баллоны рвутся об эти камни. Дорога такая, конечно, жесткая. Поэтому 3 дня работаешь только на баллоны, чтобы купить. Якуна переводится как одна комната, один дом раньше. Это, короче, увеличилось. Ну, пришла как раз раз. Умыться надо. Много пыли. Точно такая же проблема у меня на машине. Последний этап. Крутой подъем. Машина нервничает. Но все, on the way. Пришлось остановить таксиста. Увидел такую картину, смотрите. Вот он, как в горах сушат урюк. Это какой сорт? Как называется? Какой сорт? Да, Олтингугирт есть. Кто есть? Олтингугирт есть. Олтингугирт? Это сорт так называется? А что сейчас там происходит? Вот так. Ой, там что-то это... Вот это я чувствую. Это сейчас... Сейчас конец. Это вот обрабатываешь, да? Да. А, все, я понял. Там стоят ящики. Ящики, да. Свежий урюк, да? А, свежий. Сразу. Серый это, да, Ильич? Серый. А для чего это обрабатывают серый? Да, это... Короче, для чего это обрабатывают серый? Ну, дышать прям тяжело оттуда. Я ее сразу почувствовал. Это в Мубараке завод был такой? Завод. Смотрите, сколько урюка. Просто. А кто у тебя там бегает? Вон. Евроказан? Евроказан, а. Евроказаны и тут бегают. Смотрите, просто тьма тьмущая. Дыхание перекрывает от серы.
Не, ну что-то делают. Серый что-то делает. Бизнес. Бизнес по-гелонски. Вот так вот выглядит урюк. А сколько стоит килограмм такой? Сколько килограмм? Не чпуль биркило. Чампу, тахмина. Узбекча. Мингсун? 15 мингсун. 15 тысяч сун килограмм. Поехали дальше. Надышались серы. И в путь. Оказывается, и тут евро-казаны бегают. Еврон-козон. Через О. Сам по себе ходит. Увидел травку. Кристально чистая вода. Она реально кристально чистая. Еще белые камешки на дне. Смотрится прикольно, конечно. Вот этот вот камень точно использовался где-то. Скорее всего, на мукомольне. Нашли урюк, но он тут общипан. Но вот туда, если присмотреться. Увеличивали. Он есть. Я слышу где-то джиб-джиджюль. Маленький есть? Джиджаль или джиджаль. Ну да, вон они, джиджаляки. Это стена, погибшие во время войны. Из этого кишлака, да, столько народа? Много? Хотел посмотреть еще раз колодец. Ну, все закрыто здесь. Вот этой фотографии, по-моему, не было. Может, старейшина или кто хадж сделал. Ну, кто-то, короче, из местных. Вот эта комната, где вода бьет, откуда запитываются шланги и расходятся по кишлаку, она закрыта. Там что-то написано, но, скорее всего, на таджикском. Кто понимает, переведите. Попросили местного парня украсть чужой урюк. Шутка. Он просто нам помог. Все, спасибо большое. Поднялись в новую мечеть. Здесь обряд омовения происходит перед тем, как зайти в мечеть. Перед чтением намаза. Это уже новая мечеть, где читают в основном намаз. Внутренние части 100 лет, говорят. Чистенько все. Все красиво. Это во время намаза вот здесь все сидят, да? Да. Здесь свет все есть. Прикольно. Ну да, видно вот по этим столбам, что это. Это просто вот это деревянное обрамление свежее. Тут даже есть центральное отопление. Гребенка. Мула? Новая. А, это новая? А мула где сидит? Вот здесь? Или... На вот этом белом, да, коврике? А бывает такое, что намаз без мулы? Нет. Нет? Обязательно мула должен быть, да? Да, нет, здесь много старых людей. А, то есть любой пожилой может начать намаз, да, читает? Ну, поняли. Тишина такая вот здесь вообще, в кишлаке, просто тишь, ничего. А, вот я еще что хотел спросить.
Вот это вот, что это такое? Вот это? А, это, блин, ладно, как там? Трость вот эта. Это он на нее опирается? Я только видел на джума намаз, а не дедушке. А можешь спросить у дедушки это? Бобой, чок че? Чок, кейкусан бальче. А? Чок бальче кейкусан. Чок и кейку. Берег, блин. Аль поглам не видел? А не, чок, чок и кейку. А, чок. Ой, чок, а мне джумады ке кубо хомдан, та сушанда не гранду, пат хомдан. А они скажут, что когда джума намаз читает, хутба держится. А, это чтобы силы, ну чтобы джума намаз... Ну это просто чисто как опора или это такой атрибут специальный? Джума таки намаз хунтан, ну дурака, давай хутба мигун, хутба мигун. Хавайда христак, а зо мигун, бат имун. Хавайда, ламин тёха тас чите кирэхты, бат мигунат. Ай, сунэти, ако пайгамбар гурты. А это на джума намаз два ракат фарз ес. Это сунна, как пророка Мухаммад, для этого, чтобы держать. А это два ракат фарз. Понял. На каждом столбе есть чётки. Это для чего они? Чтобы знать, сколько... Таспих делают. После молитвы. После молитвы обязательно, да? Да. А если чёток нет, молитва не прошла? Нет, прошла. Или про себя можешь читать? Сумма. Это тоже сумма. А на рукам тоже можешь читать 33 раза. 33 раза. А знаешь, что вот мусульмане ходят такой электрический, да, тоже электронный счетчик. Это да. Тоже, да? Он прочитал, нажал, прочитал, нажал. Это, наверное, мулла одевает. Вот эти вот шапки. Мне кажется, что это чинор дерево. На каждом столбе что-то видно из Корана. Это же из Корана, да, я так понимаю? Написано. Ну и вот очертания Мекки или мечети. Ну, что-то похожее на мечеть. И потолочки здесь такие вот тоже необычные. Нам дали ключи и разрешили пойти в музей. Местная техника, которая пользуется спросом. Сколько такое стоит? 500 долларов? Как? 500 тысяч сумм? На 15 тысяч. Нет, в долларах сколько? В долларах? Ну, не знаю, там 500. 500 долларов? Да. 500 долларов. Иже планета. Еще мечеть есть? Да. Это сколько мечетей? Не знаю, 10, по-моему. 10 мечетей в Кишлаке? Да. А, чтобы со всего Кишлака не шли в одну, тяжело, да? Ну это, наверное, новые какие-то же. Да, только новые вот эти, остальные самые, не знаю. Мне всегда казалось, что здесь одна мечеть. От трюка все руки слиплись. Нужно сполоснуть горной водой. Вообще ледяная просто. Она еще холоднее, чем внизу. Открывается дверь и сразу не крутая лестница. Вот здесь туалетный дедушка точно не спустится. Это музей, да? А чему он посвящен, этот музей? Просто старые вещи. Говорю, давай зайдем в этот дом, в чужой. Посмотрим абрикос. Ну, он сейчас знает, как правильно зайти. Мы зайдем после того, как он договорится. Там абрикос красивый висит, красный. Очень хочется пощупать его.
Просто. Ну и как он? Ну, сочный? Жесткий. Жесткий? Ну сочный? Да, сочный, очень вкусный. Попробуем один. Но он еще не дошел. Но мне вот такой нравится. То есть он не разваливается, а он брызжет соком. А там он другой сорт. И само дерево выше, и плоды желтые. Нам разрешили попасть на кухню. Здесь, компот сделал, да, с абрикосов? Да, можно. Сахар, абрикос. И компот, анисовый. Или варенье. Да, компот. Кухонька. Ну, смотрите, когда все выгорает, ну, потому что все это дымит зимой, вот таким вот становится цветом. Берут, разводят глину, все и побелили. Здесь... Что-то варится. Это вода греется. Это, по-моему, блин, по-моему, питьевая. Вот. Из этого можно пить. Из этого приспособления. Лепешки. Сахар насыпает. Все на глаз, да, делается? Нас позвали домой чай попить. Нас позвали домой чай попить. Смотрите, что уклали нам на стол. Скажи, пожалуйста, что это такое? Ну, это понятно, что это горох. По-таджикски мук. Мук? Русский, по-моему, горох, да. Ну, а я имею в виду, он вареный, сладкий или соленый? Да, сладкий? Как соленый, да. Так, ну, пока. Первый раз такой вижу. Ну, это отварной горох, молодой, соленый. Ну, прикольно. Такие чипсы местные. Принесли свежее горячее варенье. Все для гостей. А теперь на камеру горох. Я опишу, друзья. Горох. Отварной, соленый. Ну, и не старый, и не молодой, потому что уже вот это образовалось. Ну, как-то необычно, прикольно, на самом деле. Если прям хочется перекусить, можно такую тарелку навернуть. И неплохой перекус. А его, получается, едят только в сезон, да? Да. И на зиму как-то тоже в банках можно. Банк, когда мы еще не кирешь, то соленый суп. Нет, говорят. Только сейчас. Ну, его каждый день надо или как? Или по желанию? По желанию. Ну, когда хочешь. Я думаю, что в сезон каждый день на столе горох есть, да? Сколько нужно денег в Гелоне, чтобы жить хорошо? Вот, например, в семье из 5 человек. То есть мама, папа и 3 ребенка. По сумме хотя бы 20 миллионов сумм. 20 миллионов сумм? Да. А 2000 долларов? В месяц? В год. Чтобы нормально жить. А в месяц хотя бы 1 миллион сумм. 100 долларов или 200, по-моему. То есть, если 200 долларов, это уже отличная жизнь, да? Да. Ищем урюк. Маленькая лошадка. Короче, местные узнали нас и говорят, сейчас мы вам найдем урюк. Нас полчаса не было в машине.
и вся Нексия в мухах гелонских. Все, смотри, они все слетелись. Что она говорит тебе, перевози. Что говорит медсестра дежурная? Что она сказала? Она сказала, что урюк есть. Да, это мы поняли без тебя, что ты урюк там есть. Поговорила я сейчас с местной. Если я захочу здесь построить дом, мне его никто не разрешит. Даже если мне Хаким разрешит построить дом, сказали местные, все равно не пустят. Они не пустят сюда чужаков. Неважно там, это, допустим, я русский. Если здесь будет строиться, да, ну, мусульманин, но откуда-то снизу, тоже не разрешат. То есть они как-то обособленно здесь живут. На нашем канале только правда. Наличие коробок говорит о большом количестве урюка. В этом году... В этом году очень много урюка в Гелоне. Тоннами. Все варят компоты и варенье. И джемы. Спускаемся в какой-то сад. Пока пошли за коробкой. Смотрим на малыша. Смотрите. Ягненок. И таких же размеров теленок. Ой, два даже. Нашли мы дерево. Наконец-то мой сын напьется компота. Что он говорит? Дальше пройдите. Ну, тут какой-то зеленый, да? Ну, все равно наберем. Найдем красный. Покидаем.
наши сады. Спросил у местных, где здесь есть Ходжатхуна. Мне посоветовали вот эту вот будочку. Я там чуть не застрял, чтобы вы понимали, ровно по пупок. Просто нужно встать, я сам себя не могу снять. Я как из собачьей конуры оттуда еле вылез. Тоже еще не доспевший. Крупная кость, мало мякоти. Прям на самой горе они. И уже на выезде водитель говорит: у меня тут свой сад. Давайте там соберем урюк. Безопасно, конечно, спускаться. Но что не сделаешь? Хотел сказать, ради контента. Вот он. Какой-то желтый. Или такой же. Такой же, наверное, да? Или получше? Алюше? Ну да, помягче он. Блин, такие склоны здесь. Этот уже поспевший.